вяжем плед белая ворона. И сейчас я вам хочу рассказать, что делать, если размер нашего пледа вас не устраивает. Вы хотите вязать плед по своим размерам. Покажу принцип расчета. Для этого нам нужен калькулятор. Образец, который мы будем вязать. Собственно, мы должны получить точно такие же квадратики, только большего или меньшего размера. И петельная проба. Петельная проба обязательная. Надеюсь, что она у вас есть. Сначала определяемся с размером блоков. Количество блоков нашего пледа 4 на 6. То есть 4 по короткой части и 6 по длинной. То есть если у вас, например, плед будет представлять из себя прямоугольник 100 на 150, ну, к примеру, на самом деле, если, например, будет 140, выбирайте ту часть, которая вам наиболее критична. То есть бока можно надставить планкой, либо сверху, либо по краям. То есть если вы вяжете квадраты, не всегда можно ваше полотно поделить именно на квадраты. На прямоугольники делить не надо, только квадраты. Поэтому выбирайте ту сторону, которую будете делить, и ту сторону, которую будете надставлять, например, планкой какой-то отделочной. Итак, 100 на 150 делим на 4. 100 на 4 это 25 сантиметров. Размер квадрата 25 на 25 сантиметров. Берем петельную пробу. У меня на 2,5 петли на 3,7 ряда. Умножаем 25 сантиметров блока. Умножаем на 2,5 петли петельной пробы 62 петли. 25 размер блока умножаем на 3,7 петельную пробу, 92 ряда. Округляем до 90 рядов, потому что при подобном вязании у нас полотно может быть чуть-чуть длиннее, чем надо. В любом случае, прежде чем делать выводы и вязать 12 блоков, проверьте на первом, как у вас будет получаться. И уже корректируйте количество рядов каждого элемента. Это важно. То есть не беритесь сразу за вязание всего. Сначала проконтролируйте, что расчет верный и у вас все получилось. Итак, у меня есть 62 петли, 90 рядов. Каждый блок состоит из трех частей. Раз, два, три. С одной стороны, раз, два, три. С другой стороны ничего не меняется. Поэтому нам надо поделить ряды на три части. То есть у меня получается размер угла 30 рядов на 62 петли. Ну, вот этот уголок я провязываю. 62 ряда, 62 петли и 30 рядов. Нужно сделать скос. Сложного вообще ничего нет. Первый и завершающий ряд у меня идут общие, поэтому всего в расчете участвует 28 рядов. То есть первый и 30 в расчете не участвуют, они провязываются на всех иглах. За 28 рядов мне нужно поставить в работу 62 петли. 62 делю на 14, потому что 28 на 2 равно 14. И получаю 62 делим на 14. 4, 4, 2 и так далее. Почти 4,5. Расписываем ровно так же, как мы вязали и как расписывали на блоке по вязанию моего квадратика. Ставим метки на вязальной машине. 4 петли, 5, 4, 5, 4, 5. 14 штук, всего 14 элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Все. Поскольку количество меня было нечетное, здесь получилось четное, ничего страшного. Все равно симметрия сильно нарушена не будет. Главное вывести общее количество рядов. И смотрим. 4 петли, 5, 4, 5, 4, 5. Мы должны получить 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 умножить на 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 на 7, да. 4 умножить на 7, 28. 5 умножить на 7. 35. 35 плюс 28, 63. Отлично. Значит, завершающие у нас тоже будет 4 петли. 62.
И все. Мы вот таким образом расписали количество петель блока и провязываем сначала ряд общий, 62 ряда. Все как в уроке по вязанию моего квадратика, 62 петли. И дальше ставим 4 в работу, потом 5 в работу, потом 6 в работу, потом 7, потом 4, 5, 4, 5, 4, 5. И провязываем общий ряд, завершаем 62 и выходим, 30 ряд у нас пойдет отделкой. Все очень просто, все делается ровно по аналогии с уроком по вязанию моего квадратика. Смотрите, как там вяжется, у вас просто меняется количество рядов и количество петель. Провязывайте 12 одинаковых квадратиков и сохраните расчет, потому что вторая часть блоков будет вязаться ровно по этой же схеме, просто немножко с другим оформлением цвета, цветным оформлением.